группе товаров замков мы развиваем ставшее популярным направление без ключевого доступа, когда используется карта, которая открывает замок. Этот замок может быть как для одной двери распашной, так и для двух. Он буквально запирает при поднесении карточки, высовывается из язычок и достаточно надежно запирает стеклянную дверь. Естественно, мы можем перепрограммировать, использовать не только карту, но и магнитную метку, браслет, да что угодно. Удивительно, что прошли мимо. Но есть отличное решение, очень популярное, когда необходимо нам запереть раздвижные двери. При этом мы одним решением, одним замком мы запираем две или три двери. Это можно использовать в дверях из массива, можно использовать в дверях из алюминиевого профиля, толщина механизма позволяет. Естественно, длина штанги регулируется, мы отрезаем под необходимый размер. Когда необходимо нам открыть, мы ключом ключ вставляем, поворачиваем, и язычок запирающего устройства уходит. Когда необходимо, мы просто нажимаем кнопку и заперли сразу 2-3 двери одним легким движением.